все опасные моменты этого поединка. Вашему вниманию, наверное, многие смотрели трансляцию, поэтому мы, наверное, обратим немножко на другие моменты этой встречи. Скажите, пожалуйста, Игорь Стасевич провел, в общем-то, не лучший матч, хотя на него возлагались большие надежды. И у меня просто вопрос, вот это заявление Берда Штанги о том, что от поединка с Бурсаспором будет зависеть, вызовет он его в сборную или нет, полузащитника, который провел прекрасный пол чемпионата в Беларуси. Ну, на мой взгляд, Бернштанге имеет право на собственное мнение. Он главный тренер сборной, ему отвечать. Он, я полагаю, хорошо знает Игоря. Но я могу говорить, что бы сделал я, будь я на месте Штанги. Я бы, естественно, пригласил Игоря, тем более, что речь идет о товарищеском матче и возможность посмотреть игрока, который хорошо так играет вот последние месяцы. Хорошая. Наверное, стоило бы приглашать. Это было бы правильно, по-футбольному. Ну а заявление Штанги не сказалось на действиях или психологии полузащитника, на ваш взгляд? Нет, я думаю, скажем, Игорь взрослый уже человек, сложившийся футболист, опытный футболист, и он к этому отнесся спокойно. У него в жизни были и более серьезные испытания, чтобы обращать на это внимание. Ну вот, первый тайм Гомель, как и обещал, Олег Кубарев действовал все-таки первым номером, а Бурсаспор пытался сохранить результат. И на 41-й минуте, результат первого поединка, там турки выиграли 2-1, на 41-й минуте Илья Алексеевич дальним ударом открыл счет в этом матче. До перерыва сохранился перевес в счете хозяев поля. Ну а второй тайм мы еще увидим. Вопрос. Бурсаспор и Гомель – команды разных весовых категорий. Согласны? Был ли вообще шанс у Гомеля, в принципе, пройти этого соперника? Ну, у Гомеля был шанс, и с учетом того, что Гомель команда тренерская, очень грамотный тренерский штаб, да, в принципе, до 76-й минуты все развивалось по сценарию Гомеля. Абсолютно рисунок был, играли, что касается, что играли первым номером, ну, я помню, мы играли в первом круге с Гомелем, и я обычно спрашиваю Виктора Михайловича, что собой представляет Гомель, потому что по телевизору особо не посмотришь. Ну, мы считаем, что эта команда одна из лучших в чемпионате с точки зрения вот, построения игры, и они играют в тот футбол, который нужно играть в обстоятельствах определенных. Поэтому все было хорошо. Я согласен с Олегом, потому что все решили индивидуальные ошибки и не хватило зрелости и опыта определенным игрокам. Да, Олег Кубарев сказал это на послематчевой пресс-конференции. У нас будет еще интервью. Гомель, Шахтер, Минск – все выбыли из Еврокубков, проведя, ну, очень неудачно, наверное, нынешний сезон на международной арене. И остался только Батэ. Что есть у Батэ и чего нет у этих наших представителей на Евроарене? Опыт. Опыт? У Батэ есть опыт, да, и, скажем, там нам где-то, может, повезло, когда мы были командами, вот такими, как сейчас наши команды в Еврокубках, да, мы преодолели определенный Рубикон, а потом пошел опыт, потом пошла уверенность. Ну, я скажу так, что, наверное, вот слагаемые все, условно говоря, скамейка, раздевалка, футбольные моменты и моменты, именно организация в нашем клубе, они просто посильнее, чем в других клубах. Но вот мне кажется, что если бы у Гомеля местное руководство и спонсоры обратили внимание на команду, могли бы получить очень хороший результат. Я не имею в виду даже чемпионат, медали, потому что это чемпионат, это медали, да, это здорово все, да. На международной арене, вот на мой взгляд, с точки зрения подбора вообще игроков, за исключением, наверное, вот линии нападения, потому что у Гомеля есть проблемы там. Гомель самая, вот, на мой взгляд, обученная и хорошая команда. Ну что ж, мы видим, что окончательный счет 1-3 не в пользу команды Олега Кубарева. Три мяча влетело в ворота буквально за последние 15 минут. И удаление Сергея Козека на 63-й минуте здорово попортило планы в целом на этот матч. Мы сейчас посмотрим интервью Олега Кубарева и подведем итог.